Ребята, сегодня у нас полуфинал Лиги Чемпионов. Приветствую. Сегодня у нас полуфинал. Команды, которые прошли, видите сейчас на экранах. Топовые команды. И сегодня у нас играет Рома, Атлетико Мадрид, Бавария, Спартак. Интересное противостояние. Спартак затащит. Сегодня первая часть полуфинала. В следующей роли будет вторая часть полуфинала. Полуфинал. Посмотрим, кто выйдет. Фух, поехали. Евгений Слушаков. Правый от него. От него. Пацаны, мне не везет, просто начало отвратительное. Я больше не буду говорить, какой угол я буду бить. Я начинаю метиться, целиться, а когда я целюсь, у меня всегда не точно. Начнем просто красиво. Спасибо за мячик. 1-0, Ломовицкий открывает счет. Пум, Бавария, вот так Нойер тебе. Нойер получил. Камбар. Затащил 3 гола из 4. Я теперь бомблю на это Спартак. Что он там, он напиздел, пацаны. Сейчас просто делаем дело, понятно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пацаны, это кажется сказка. Я одел старую форму Спартака. Старый состав затащил. Максим, а давай вот финал Лиги Чемпионов устроим именно старыми составами. Да. Короче, финал 100% Спартак же. В финале 4 из 5 он не забьет. Погнали. Его удары. Осталось 4 удара и 4 из 4, чтобы как-то сравняться. Мы пацаны, Спартак в финале! Хотя бы один забил. Дядя, один забил. Повторение легендарного счета 4-1. Только уже не с Арсеналом, а с Баварией. Спартак в финале Лиги Чемпионов, поздравляем. Остались последние пары, это Рома, Атлетико Мадрид. И там еще дальше. Короче, погнали, последняя часть. Рома, Атлетико Мадрид, последний полуфинал. Погнали. Сори, я ошибся, это не полуфиналы, это четвертьфиналы. Команд очень мало, я подумал, что это полуфинал, постоянно. Сори, это четвертьфиналы. Сейчас четвертьфиналы, а потом Спартак будет играть с либо Атлетикой, либо с Ромой. Кто здесь выиграет? Погнали. Пацаны, забил только один, пока что из 3 ударов. Еще 2 удара, но, возможно, Атлетико будет в финале. Сейчас ударит Гризман. От штанги гол. Я выиграл! Пацаны, победа. Последним ударом он решил, сделал 3-2. Победил он, красавчик. Первый полуфинал известен, это Спартак, Атлетико Мадрид. Погнали, четвертьфинал следующий, это Аякс. Играет с Аякс, Боруссия, Дортмунд. Пацаны, у него бомбит. Последний удар, сейчас сделаем 5 из 5, он точно взорвется, как пылающий огонь. Ладно, пацаны, его удары. Боруссия, кажется, проиграл, но 5 из 5 нереально. Давайте сейчас мы дадим ему попытку. Победа! Аякс выиграл! Первую команду в полуфинале это Аякс. Погнали, последнее противостояние это... Пацаны, я посмотрел. Следующее противостояние это Реал Мадрид Арсенал. Там тоже, мне кажется, без шансов, но я играю за Реал. Погнали. Пацаны, первый полуфинал это Реал играет против Арсенала. Погнали. Максим за Арсенал, я за Реал. Кстати, пацаны... Итальянская. Короче, пацаны, погнали, первый удар, блядь, бензин. Когда Бенедикто то отпустит волны мук. И готов утопить твои страхи в стих. Пацаны, пока что идет все очень плохо, Арсенал может пройти, да? Это моя взрыва, громкость, стилем набить. Здесь глаза и забитые бомбить, это... 1-0, конец, мой первый гол. Пацаны, все помните мой хороший удар? Этот удар сейчас... Бомбить, это хит! Это секреточка прошла, пацаны. Последний удар. Пацаны, забил 2. Пацаки, ему, чтобы выиграть, нужно забить 2 из 2. Чтобы сыграть ничью 1 из 2. Чтобы проиграть 0 из 2. Я постараюсь сделать максимум. Мне такая же секреточка будет, как и Watch, Prezi Plain Jane. Чуваки, вы видели? Это читерство. Он забил моим приемом. Это мой прием. Ладно. Ничья уже имеется. У него остался один удар. Чтобы выиграть, ему нужно забить.
Можешь второй удар такой же сделать. Пацаны, Макс пробил спура. Надеюсь, это что ударит верхом. Заберет, как обычно, девятку, я не достану. Ага. И у каждого теперь по 3 дополнительных удара. 3 дополнительных удара у меня, 3 дополнительных удара у него. Тоже выйдет в полуфинал. Аякс, ой, Арсенал или Реал. Погнали. У меня нет слов, настроение испорчено. Я забил только один из трех. Смотрим его удар. Четыре, пацаны. Полуфиналист известен. Полуфиналист это Спартак. Короче, пацаны, Спартак, Атлетико Мадрид, по-моему. Потом Аякс, Арсенал. Что, надеюсь, будет интересно. В следующем ролике полуфиналов вы узнаете, кто пройдет дальше. Но очень интересно, потому что Аякс даже здесь, вот в этой своей Лиге Чемпионов, очень круто стал играть, тащить. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте жать колокольчик. Всем пока.